Привет! В эфире Афиша, с вами Анна Троян. Не успела наступить зима, так уже остался месяц до весны. Но прежде чем она наступит, давайте проведем досуг по-зимнему свежо. Настало время ностальгировать, друзья! Не понимаете, о чем я? Начало февраля, а значит, пришла пора собрать своих институтских и школьных друзей, чтобы вспомнить лучшее время. Караоке «Кантары», дирижабль «Василий Алибабаевич». Три локации подготовят специально для вас. Вечер выпускников не будет скучным. Шоу-программа, диджеи и танцы навеют лучшие воспоминания о шпаргалках, прогулах и, конечно, первой любви. Забронируйте столик прямо сейчас. Весело в эти выходные будет и подрастающему поколению. Приходите в «Орбиту» в «Космополисе». Традиционно в субботу с малышами поиграют известные персонажи. Так что смело высыпаемся, отправляемся на шопинг, сейчас везде распродажи, и даем полет фантазии вашим детям. А это, как известно, развивает интеллектуальные способности. Мы ждем тебя в детском клубе в 14:00. Конечно, я всегда за развлечения на свежем воздухе, а в Люберецких парках подготовили программу для всей семьи. 1 февраля – утренний бесплатный забег, мастер-классы в домике Деда Мороза и, конечно, веселая интерактивная движуха. Обязательно приходите в Малаховском парке. В субботу и воскресенье будет интересно как вам, так и вашему четвероногому другу. Вас ждет интересное занятие 2 февраля. Активные мамочки офлайн зовут всех в Томилинский парк. Чтобы покормить птичек, проводите свой досуг. Весело и полезно! Все, друзья мои, помните, чем активнее вы проводите время, тем быстрее придет весна. С вами была Анна Троян. Не скучных вам выходных. Пока-пока.